Добрый вечер, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня, в рамках серии вебинаров, посвященных торговле без индикаторов, я расскажу о паттерне технического анализа FLAG. Но прежде чем начнем, предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, используя какие-нибудь идеи, пока вы не ознакомились со всеми рисками. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на представленном слайде. Сегодня рассмотрим фигуру теханализа FLAG. Вначале покажу ключевые особенности фигуры, посмотрим, как она формируется и как ее отличить от других фигур. Потом посмотрим, какое поведение покупателей и продавцов стоит за фигурой FLAG. Мы разберем, за счет каких заявок формируется паттерн. Когда вы понимаете, как формируется фигура, тогда сможете делать предположение о дальнейшем движении цены. Сегодня объясню, почему FLAG – это фигура продолжения и какие понятия за этим стоят. Ближе к концу нашей встречи я покажу, где искать паттерны. В этой части занятия посмотрим разные варианты схем формирования паттерна, после чего на реальных графиках закрепим понимание. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, также расскажу в конце занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Каждый раз, когда рассказываю о фигуре технического анализа, будь то голова и плечи, или как сейчас FLAG, я говорю о том, что паттерн должен формироваться на тренде. Почему? Все просто. Тренд показывает направление, а фигура сигнализирует о препятствии на пути движения цены. Чуть дальше расскажу, о каком препятствии идет речь и что произойдет, когда это препятствие цена преодолеет. А сейчас вам нужно запомнить, что FLAG нужно искать на тренде. Когда цена несколько раз тестирует уровень и не может его преодолеть, при этом не сильно отходит от максимума, в этот момент на графике формируется узкий боковик, или как его еще называют, горизонтальный FLAG. Эту фигуру мы сегодня детально рассмотрим. Здесь важно, чтобы цена не сильно отходила от максимумов. Тогда на графике увидим формирование узкого боковика или FLAG-а. Зеркально фигура формируется на нисходящем тренде. После движения вниз цена перестает снижаться и начинает двигаться в узком боковом канале. Так формируется FLAG на нисходящем тренде. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. FLAG формируется при выраженном трендовом движении. Цена не менее трех раз тестирует уровень сопротивления в первом случае и поддержки во втором. Диапазон формирования FLAG-а узкий. А теперь посмотрим, за счет какого поведения покупателей и продавцов формируется FLAG. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, выставляя sell limit, кто-то планирует открыть короткую, также выставляя sell limit. В какой-то момент давление покупателей вновь усилится, и цена идет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде. Минимум привлечет покупателей, и они начнут выставлять заявку на покупку buy limit. Если на максимуме скопилось много заявок на продажу sell limit, тогда цена не сможет преодолеть уровень, и это активизирует рыночных продавцов, и они погонят цену вниз. Когда цена достигнет последнего очевидного минимума, она опять столкнется с заявками на покупку buy limit и остановится, после чего активизируются рыночные покупатели, и они вновь загонят цену вверх. Продавцы и покупатели некоторое время будут перетягивать канат, в процессе чего выше и ниже границ FLAG-а сформируются зоны заявок стоп-лосс, buy-stop и sell-stop. В какой-то момент возобновится давление рыночных покупателей, и они поднимут цену вверх, но заявки sell-limit к этому моменту сильно истощатся и не смогут сдержать натиск покупателей, и тогда цена войдет в зону заявок buy-stop и stop-loss, что приведет к быстрому и значительному усилению движения вверх. Друзья, у меня недавно возникло несколько идей, как наглядно показать механизм формирования цены под воздействием разного вида заявок.
С одной стороны, это полезно для понимания поведения цены и, как следствие, прибыльной торговли, но с другой стороны, я не знаю, интересно ли это вам. И чтобы не ломиться в закрытую дверь, я хочу получить от вас обратную связь. Если этот ролик наберет более 300 лайков, тогда я пойму, что вам это интересно и проведу такой вебинар. Каждый новый минимум на нисходящем тренде привлекает покупателей. Кто-то будет закрывать свою короткую позицию, выставляя buy limit, кто-то планирует открыть длинную, также выставляя buy limit. Баланс сил между теми, кто хочет купить по минимальной цене, и теми, кто хочет продолжение тренда, сформирует флаг. Чем флаг уже, тем более сильны продавцы. Продавцы и покупатели некоторое время будут бороться между собой. И на границах флага сформируются зоны заявок – стоп-лосс, бай-стоп и сел-стоп. Когда давление рыночных продавцов возобновится, они опустят цену вниз. Но заявки buy limit к этому моменту сильно истощатся и не смогут сдержать натиск рыночных продавцов. И когда цена войдет в зону заявок sell stop и stop loss, это приведет к быстрому и значительному усилению движения вниз. Кратко подведем итоги по разделу. Флаг возникает тогда, когда появляется баланс сил между теми, кто ожидает продолжения тренда, и теми, кто ждет разворота тенденции. Узкий флаг показывает, что даже незначительный откат активизирует тех, кто ждет продолжения тренда. Поэтому узкий флаг – хороший сигнал для продолжения тенденции. Из-за того, что на границах флага скапливаются стопы и заявки buy stop в первом случае и sell stop во втором, цена при пробое флага усиливает свое движение. Прежде чем мы перейдем к разговору, где искать флаг, хочу рассказать, как оценивать потенциал флага. Под потенциалом я имею в виду, на какую прибыль можно приблизительно рассчитывать при выходе цены из диапазона флага. Первая остановка при пробое флага на восходящем тренде обычно происходит, когда цена проходит половину диапазона. Вторая остановка чаще всего происходит, когда цена делает два диапазона. Здесь важно понимать, что далеко не всегда цена, достигнув 200%, пойдет вниз. Как раз чаще на уверенном тренде цена пройдет и 300, и даже 400%. Зачем я тогда рассказываю про 150 и 200? Дело в том, что когда цена вышла из диапазона и начала приносить прибыль, вы не должны впасть в эйфорию и начать мечтать о покупке новой квартиры или машины. Как только сделка начала приносить прибыль, вы должны сразу приступить к защите заработанного, чутко реагируя на то, как цена преодолевает целевые уровни. Чтобы не быть голословным, покажу, как управлять сделкой на схеме. Как только цена пробивает границу флага, вы переносите стоп за ближайший уровень и отмечаете на графике уровни 150 и 200%. Я обычно это делаю, перенастроив Fibonacci, где добавляю уровни до 400%. Когда цена окончательно пробивает боковик, стоп переносим за нижнюю границу флага. Когда цена преодолевает уровень 200%, еще раз переносим стоп. На текущий момент ваша сделка уже защищена, и даже если цена пойдет против вас, убытка не будет. Как управлять сделкой дальше? До тех пор, пока вы видите сигналы подтверждения продолжения тренда, переносите стоп за уровни по ходу движения цены. По-хорошему, вы уже после 200% можете частично прикрывать позицию. Но когда цена достигнет 300% или значимого уровня с часа или дневки, это делать просто необходимо, так как очень грубая ошибка закрыть с маленькой прибылью хорошую сделку. А сейчас покажу любимую формацию на базе флага, которая чаще всего приносит прибыль. Здесь важно, чтобы флаг или узкий боковик сформировался на откате к очевидному уровню текущего дня или уровню со старшего таймфрейма. Второй важный момент. Флаг должен сформироваться в направлении тренда. Хорошо, если это дневной тренд, но подойдет и обычный внутридневной тренд, даже если он не совпадает с дневным. Прежде чем мы перейдем к разбору практических примеров, хочу сказать пару слов о теханализе и паттернах. В последнее время меня часто спрашивают, можно ли зарабатывать, используя теханализ, и если да, то почему он работает. Попытаюсь кратко объяснить, как это понимаю я. Ежедневно по всему миру в торговле принимает участие определенная группа трейдеров. Многие из них
регулярно совершают похожие действия с целью заработка. Это формирует коллективные поведенческие модели. Эти модели не только повторяются, но и поддаются наблюдению и оценке. Методы технического анализа и price action в частности позволяют идентифицировать эти модели и предсказать на короткий срок движение цены. Короткий, потому что в поведении цены серьезно вмешиваются новости политики и экономики. Поэтому при помощи паттернов теханализа можно зарабатывать на рынке. Но добавлю ложку дегтя в эту хорошую новость. Дело в том, что вы не сможете быть хорошим лечащим врачом, если все симптомы болезни выучили лишь по учебнику. Также и с рынком. Только выучив паттерны, зарабатывать не получится. Потому что паттерны – это всего лишь небольшая часть головоломки, которая плотно связана с другими частями пазла, имя которому прибыльный трейдинг. Вы спросите, что мне делать? Для начала нужно отказаться от блицкрига, запастись терпением и приготовиться к длительной осаде. Дайте себе год, если вы найдете хорошего наставника. И не менее 5 лет, если собираетесь учиться самостоятельно. Друзья, поймите, что трейдинг – это не сложно, а очень сложно. И не всем он подходит. А теперь, если я вас не напугал, перейдем к практическим примерам. Посмотрим первый пример. На восходящем тренде после пробоя уровня формируется флаг. На графике хорошо видно, что пройдя полный диапазон, цена немного откатилась, но потом продолжила рост. Еще пример. Сильное нисходящее движение, цена пробивает уровень, формируется флаг и, достигнув зоны 200%, цена немного откатывается, но потом вновь продолжает снижаться. Этот пример не похож на предыдущий, но логика та же. Смотрите, есть боковик. Мы знаем, что чаще всего после пробоя границы боковика цена продолжает движение в направлении пробоя, как и произошло здесь. Цена, пробив поддержку, сформировала флаг, а затем продолжила движение вниз. Здесь тоже интересный пример. Сильный тренд вниз и на минимуме дня формируется флаг. Пробой флага приводит к дальнейшему снижению цены. Помните, вначале я говорил, что чем уже диапазон флага, тем зачастую сильнее движение. Данный график – хорошее тому подтверждение. После узкого флага цена очень хорошо сходила вниз. И в конце еще пару примеров формирования флага. Общее у них то, что это примеры флага без очевидного уровня. Как в таком случае входить в сделку? Лучше всего открывать сделку на пробой. В данном примере верхней границы флага. А на уровне 200% закрыть часть позиций, выводя сделку без убыток. На этом графике похожая ситуация. Обратите внимание, что и в этом случае в зоне 200% цена встречает сопротивление. Совсем недавно я говорил, что понимание паттернов – важная составляющая успеха, но его недостаточно. И для тех, кто хочет осваивать трейдинг самостоятельно, я приготовил небольшой подарок – книгу Бретта Стинбарджера «Ежедневный тренер по трейдингу», которая на русском пока не издавалась, но уже есть перевод, сделанный энтузиастами, что, кстати, тоже говорит о ее ценности. Друзья, тем, кто в комментариях под видео ответит на вопрос, какой навык в трейдинге считает ключевым, я приготовил небольшой подарок. Очень полезную книгу профессора психологии и трейдера Бретта Стинбарджера «Ежедневный тренер по трейдингу». Первые 5 комментариев получат приз вне конкурса. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!